Привет! Знаете ли вы, что женщина, у которой есть семья, проводит в среднем на кухне заготовкой и уборкой 3-4 часа в день, а выходные еще больше? И мне кажется, ну, во-первых, это чудовищно много, во-вторых, это несправедливо, потому что можно и нужно все процессы, которые связаны с готовкой и уборкой, на все это тратить не более 1 часа в день. Откуда я это знаю? Потому что я в этой теме уже более 12 лет. Меня зовут Дарья Черненко, я создатель кулинарной школы «Хорошей хозяйки», я автор книг-бестселлеров про планирование меню, про заморозку, про заготовки. Я все знаю о том, как сделать так, чтобы в вашем доме всегда была полезная и вкусная домашняя еда, а вы тратили на ее приготовление минимум сил, времени и денег. Я создатель кулинарного портала «Меню недели», где более 7000 быстрых и простых рецептов. И я хочу поделиться с вами своей системой из 9 шагов, пройдя которую вы сможете тратить на вашей кухне очень мало времени. При этом у вас в доме всегда будет полезная и вкусная домашняя еда. Я хочу пригласить вас на свой бесплатный вебинар. Ничего платить не нужно. И более того, я вам дарю подарки, чтобы, скачав которые, вы сразу могли экономить ваше время на кухне. Во-первых, при регистрации вы сразу получите сезонное меню на неделю со списком покупок, с рецептами, скачав которое, вы сразу забудете вопрос, что приготовить на ужин, потому что вы будете видеть пример меню на неделю. А чтобы вы сами могли быстро планировать меню за 5 минут. Я вам подарю электронные карточки с рецептами на самом вебинаре, с быстрыми рецептами, и действительно с его помощью вы быстро-быстро составите меню на неделю для всей семьи. А еще вы получите сценарий быстрого ужина, где есть 3 блюда, которые вы приготовите за 30 минут, всего за 30 минут. Представьте себе, здесь есть рецепты, технология приготовления, список покупок, и все это будет на вебинаре. Чтобы на него попасть, переходите по кнопочке «Зарегистрироваться», вводите свое имя, контакт, чтобы туда я могла прислать вам ссылку на приглашение. И до скорой встречи! Приходите, если хотите, чтобы в вашем доме всегда была полезная и вкусная домашняя еда, а вы тратили на ее приготовление минимум времени, сил и денег. Эта встреча для вас. Пока!